Главное управление внутренних дел Ташкента с заявлением обратились граждане, посетившие клинику Гуанчжоу. По их словам, врачи, не изучив клиническую картину, основываясь только на внешнем осмотре, назначили лечение и предоставили неизвестные препараты на сумму от 1,5 до 2,5 миллионов сумов. Однако лечение не дало никаких результатов. На данный момент Следственное управление при Главном управлении внутренних дел Ташкента расследует уголовное дело, возбужденное в отношении должностных лиц данной клиники. Телевизор, да? По телевизору я увидел рекламу клиники Гуанчжоу и решил к ним обратиться. Встретился с врачом. Я рассказал о боли в спине и спросил, нужна ли томография. Он сказал, что у меня грыжа. За 2 миллиона 400 тысяч сумов он обещал вылечить меня путем иглоукалывания. Я получил иглотерапию, пропил лекарства и через неделю снова пошел к врачу. В рамках уголовного дела при проверке филиалов клиники в Ташкенте и регионах были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств несколько видов местных и зарубежных препаратов без каких-либо документов. В отношении ответственных лиц и работников клиники возбуждено уголовное дело по пункту Б части 2 статьи 186 прим. 3 «Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств» Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Когда граждане, недовольные результатами лечения, жаловались врачам, работники клиники пытались их успокоить, просили не поднимать шум перед другими пациентами. Я сказал, что они не вылечили меня и потребовал деньги обратно. Врач сказал, иди куда хочешь, деньги мы не вернем. Потом вмешался управляющий, и мне вернули половину суммы, 1 200 000 сум. Оставшуюся часть денег я так и не получил. В настоящее время проводится проверка состава препаратов, изъятых из клиники Гуанчжоу.